Я динозавр. Чудовище. Крокодил, крокодил. Нет, снежное чудовище. Нет, да? Я крокодил, я крокодил. Нет. Танцует. Это мишка. Я мишка танцующий. А, я мишка. Я мишка Гумми-бер. Танцующий Гумми-бер. Танцующий мальчик, да? Да, да, правильно. Ура! Чурли, следующий. Ну ладно. Так, давай, иди, иди. Да? Так. Мы легли на диване. Жарко, лето. Лето, как будто сон ты. Ура! Я угадала, ты следующая. Так, ладно. Тебе же больно. Тебе больно. Типа, мне больно. Нет. Что-то на хочешь биться? Я ломаю кость. Тебя побили. Стоп, 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 people. Я молчу. Ты хочешь ко мне? Тебе плохо, тебе плохо, мне плохо! Встань, пипус! Нет, нет, не то, не то, не то. Ты... Девочки, я угадала! Я же кричу тебе, помоги мне! Тебя угадала? Наконец-то! Но петь было не обязательно. Низкая... Низкая девочка. Холодно. Тебе холодно, холодно. Маленькой елочке холодно зимой. И в лесу елочку взяли мы домой. Мы угадали? Умнички, все угадали. Дарин, твоя очередь. Так, ладно. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как ваши дела? У нас все отлично. Да. Ну вот и отлично. Сегодня повторим пройденный материал, а потом у меня для вас есть сюрприз. Кстати, а почему Влада нет? В деревню к бабушке поехал. В учебное время записки от родителей у меня не было. Ну ладно, с ним потом разберемся. Так, давайте повторим. Кто помнит, сколько костей в черепной коробке? Лиза? 23. Умничка. А сколько полушарий головного мозга вы знаете? Валентина Ивановна, два полушария, правое и левое. Умничка. А какое полушарие отвечает вот за талант у человека? Валентина Ивановна, конечно же, правая. Все правильно, Даринка. А вы помните, что наш мозг может запомнить около 50 тысяч разных звуков? Мы помним. Вот и молодцы. А помните еще, что вот органы чувств и зрения всегда работают вместе? Потому что вот, например, банан мы можем различить по запаху, а вот соль и сахар нет. Из-за этого мы можем увидеть. Да, Валентина Ивановна, конечно, помним. Ну а теперь кто мне напомнит, какая в нашем организме самая подвижная мышца? Мы пользуемся очень часто. В руках или ногах мышцы? Нет, в руках вроде бы. Не знаю. Может. Ну, Валентина Ивановна, ну это сердце. И может быть икры там. Правы вы были все, но не назвали самую то, что я попросила, самую подвижную. А подвижная — это наш язычок. Мы им больше всего работаем. Так что будете знать на дальше. А у меня для вас сюрприз. Как я говорила, сегодня у нас вот такая интересная игра. А заодно мы выучим, как правильно лечить нашего больного Сэмика. Валентина Ивановна, как мы в нее будем играть? Это очень интересно. Смотрите, вот есть у нас больной. Вот есть такие болезни разные. Вот. Болезнь легких, например. Потом вздутие. Потом есть вот больной кишечник, по-моему. Сейчас я найду. Потом есть вот такие интересные отравления. Не туда положила. Валентина Ивановна, это нам нужно будет аккуратно доставать пинцетом? То есть операцию? Да, Дарина, почти как операция. По одному буду вызывать. Вы будете аккуратно проводить операцию нашему Сэмюэлу. И кто больше соберет детали, тот и победил. Ну, начнем, начнем, начнем. Лера, давай с тебя. Ну что, что будешь лечить? Я, наверное, буду лечить ему перелом. Давай попробуем. Так, хорошо, надеюсь, у меня получится. Я тебя вылечу. Молодец! Ура! У меня получилось! А расскажи, чем лечить надо перелом, вот если на самом деле? Ну, перелом надо... ты идешь в больницу, и тебе ставят гипс.
Молодец. Самолечением заниматься в этих случаях нельзя. Да. Забирай. Мы собираем, кто больше соберет, тот и выиграл. Больше. Лизочка, давай. Я буду лечить химические атаки. Ух ты. Ничего себе! Я вытащила! Я так смотрю, наш Самюэль выздоровел. А что делать, вот если у тебя химический ожог? Ну, во-первых, сначала нужно... Самое главное, это положить туда, намазать спасателем. Это самое важное, самое... Но при таких лучше обратиться в больницу. Вообще холодной водой. Молодец, садись на место. Давай. Так. А я буду лечить укус собаки. Укус собаки? Да. Давай, Даринка, аккуратно. Тяжело будет достать. Тяжело. Ай, страшно, страшно, страшно. Есть! Уже почти-почти у Сэмика носик загорелся. Но ты не загорелся. А расскажи, что делать, если тебя укусила собака? Ну, чтобы кровь не текла, нужно забинтовать, а потом сразу же ехать в больницу. Ну да, вообще мыльным раствором надо сначала. А, да, и мыльным раствором. А потом еще и укольчики сделают от бешенства. Садись на место. Так, Аня, теперь твоя очередь. Я, наверное, буду лечить отравление. Отравление? Да. Давай. Такой унитазик там симпатичный. У него уже носик почти загорелся. Я даже не знаю, как взять. Все, а ты проиграла, Анечка. Он уже три раза. Смотри, как видишь, у него красненьким загорается. Все, Анечка, не твой это шанс. Ну что, выходи, Лера. Выбирай. Давай. Что будешь на этот раз лечить? Ну, я, наверное, буду лечить... голову. Не знаешь, ты чем лечить голову, садись на место. Я буду лечить подмышкой смайлика. Интересно, что это означает. Смайлик, наверное, просто плохо станет, поэтому его нужно вылечить. Не берется. Не хочет выздоравливать Сэмик. Все, извини. Даринка, да, давай. Так, ну я не знаю. Выбирай болезнь, у него еще очень много болезней. Так, а я буду туалет. Вот вам отравление ближе всех, наверное, да? Хотя, ну ладно, уже раз выбрала. Опа. Даже не знаю, как его взять, его тут невозможно. Мне кажется, надо брать унитазик сбоку, Дарина. Так, как, посерединке. Как? Вот видишь, где там, да, поменьше. Тут не хватается. Не так. Носик загорелся. Ну что ж так. Наверное, серьезно болен наш пациент. Да, скорее всего. Анечка, давай. Наверное, буду вот телефончик тут. Это, наверное, знаешь, что это? Где показывают? Это, наверное, измеритель пульса, может, потому что я не знаю, что означает телефон на руке. Ну, лечи. Давай, давай, Лерочка. Что-то больное наш, но никак. Я все-таки голову лечить будешь. Да. Если уже взялась, то надо уже вылечить. Давай. Бедняжка. Знаешь, что ты ему больно сделал? Я не хотела вообще. Ты меня даже напугала. Лиза, выходи. Я сама так испугалась, что ты страшно. Так, вот тут жабка была. Да. Так дернула, что подожди, я поправлю, потому что... Больной так испугался, что у него повылетали все болезни. Ну что, вот так поправим колокольчик. Вот. Тяжело, тяжело, конечно. Он маленькие очень детальки. Ну пробуй, что так, будем я лечить? Уже знаю, что я буду лечить. Это телефончик на руке. Пульс, наверное, да? Да, пульс. Давай, давай. Нет, почти. Но он больше всех. Все, я буду лечить подмышку. Давай. Так, теперь моя очередь. А я буду лечить вот эту штучку, что это такое? Это вздутие. Ну, тогда буду лечить. Давай вздутие. Я вот так чуть подвину, вздутие лечить, чтобы животик у него не дуло. А ты подвигаешься? Ой, нет, ну не подвигайся, ну что ты? Куда же ты так? Не надо так. Не подвигайся, ну пожалуйста, ну ты ж меня любишь. Давай, он еще дальше. Тихо, я смогу, подождите, смотрите.
Опа. Ёлки, боже мой. Дарина, иди на место. Сейчас. Давай. Да, вы попробуйте. Так, Аня, твоя очередь. А Валентина вам там поправляется, меня Сэм кричит на меня. Я, наверное, часики буду лечить. Тоже пульс или что? Ну, что-то связанное с давлением, я думаю. Нам очень тяжело, оказывается. Слушайте, что-то больное не поддается лечению. Давай, Лера, выходи. Давай, Лера. Давай, давай. Ты будешь лечить? Нет, когда я ему лечила голову, на меня накричал. Сейчас я посмотрю, что с ним. Вылечить? Ну, наверное, вот. Это похоже на желудок. Ура! А что делать надо, если желудок болит? Ну, я думаю, надо обратиться к врачу. Или к хирургу. Спросить маму. Первый. Да, надо. Все правильно, самолечением заниматься нельзя. Садись, следующее. Ура! Так. Лиза, удачи. Да, спасибо. Я буду ему лечить голову. Лиза, давай поищи. Да, давай. Может быть, у тебя получится. А, как страшно. Давай, давай, давай. Ну что? Ура, я достала! А что делать, если болит голова? К доктору. Ну или выпить обезболивающее для начала, да? Хорошо, садись на место, Даринка, выходи. Так, моя очередь. Так, ну раз все выиграли, я надеюсь, тоже сейчас что-то заберу. Ну выбирай, что ты будешь лечить. Это будет, а я заберу вот. Это он ударился, у него растяжение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как ты так-то? Не помогла ты пациенту. А я... Опять лечишь живот? Нет. Не знаю, жабу полечу. Это не жабу ты полечишь, да? Да, это кашель. Это, ай, все, что-то у тебя сразу больные. Ну что, что такое? Ну что, давай. Давай, Лерка. Спасибо. Так, больной. Ты пока лучше всех врач, что лечим? Я, наверное, буду ему лечить, это кашель, да? Да, давай. А, кашель застрял. Видно, сильно болеет пациент. Такая грудная жаба у него прямо. О, молодец! О, я достала! А что делать, если кашель сильный? Ну, тоже обратиться к врачу. Да, ну и мама, ну, да, знает, там да. Маски специально, чай с молочком теплый надо. Да, да? Ты хорошо, садись на место. Давай. Самый лучший врач? Да. Я хочу вылечить вот это вот... Что это? Это растяжка, и приложили лед. Это лед. Ага. Так, сначала пододвинем. Потом берем. Давай, тихо, не убегай. Почти, почти, почти. Стой, больной. Стой, да ну. А, ну как нога болит, ты что? У меня нога, я должна его вылечить. Да что такое? Его и собака укусила за эту ногу, и растяжение. Ах, вначале была... Похоже, что вытянешь. Да, вначале я думала, это будет очень легко. Да, вытягивайся ты! Ты смотри, какой... Да! Упала! Ну все, ему капец. Да ладно! Ну все, не очень кошмар, это как-то страшно. Заметьте, больной пока не кричал. Молодец! Молодец! Ну так, здесь понятно, да, что если растяжение или удар, то что надо делать? Холодное приложение. Ну, а теперь моя очередь. Давай, Дарина, что лечим? Я не знаю, чтобы полечить здесь. А я все-таки возьмусь за... Давайте телефон. Будешь. Я даже не знаю, что эта травма означает. О! Что? Больной не желает выздоравливать. Вот это да! Давай, он взял у меня другую яму. Ну, здесь побольше дырочка. Может, у тебя лучше будет. Получается, кашель ему не долечили. Ой, я даже не знаю, как взяться, потому что... Аккуратно. Молодец. Есть. Молодец. Ура! Ну, не будем спрашивать, не знаю, что означает. Анечка, телефончик. Телефон. Алло, алло. Иди, давай лечи больного, потому что он почти уже выздоровел. Наверное, смайлик этот. Интересно, что означает смайлик? Может, то, что надо мыться вовремя? Ну, запаха, чтобы не было под руками, да? А, продула. Опять моя очередь. Ничего я не продула. Сейчас.
сейчас достану. Когда он так кричит на кого-то, мне очень страшно становится. Он очень нервный больной, потому что у него очень много так. болезней. Не переживай, больной, но я тебя вылечу. Что будем лечить? Ну, наверное, это... Вздутие. Вздутие. Попробуем. Ну ты спец, я смотрю. А чем лечить вздутие? Мама и врач всегда помогут. Активированный уголь сначала, да? Садись на место. Самый лучший спец, самый лучший врач. Хоть бы я что-то достала. И выбор уже небольшой. Сложное. Да. Я, наверное, буду доставать смайлик с подмышки. Смайлик очень такой не хочет, чтобы его доставали. А, ничего, сейчас достанем. Придется. Да, смайлик. Аня, она сама первого раза достала. Садись на место. Теперь я. И я буду вытягивать... Что же я вытяну? У него есть отравление, ого, есть пульс и есть больные уши. Давайте больные уши. Как бы тебя тут перекрутить? Давай, я верю, я смогу. Не убежай больного. Врачи должны быть спокойные. Какой же ты хороший. Давай, Аня, у тебя есть шанс. Надеюсь на это. Ты тоже уши лечить будешь или все-таки отравление? Давай. Ну, тебя уже с самого начала носик у него загорелся. Что-то, наверное, врачом ты не будешь. Лера, выходи. Лера, давай. Да, супер-врач. Самый лучший доктор идет помогать больному. Ты, кстати, думала после школы, чем ты хотела бы заниматься? Поступить куда хотела бы? Ну, еще не думала. Не думала еще? Может быть, захочешь медицинский поступить? Ты боишься крови? Да, очень сильно. А, ну тогда это не твое. Вот если такие будут больные, то тогда да. И не настоящие больные, да? Да. Ничего, ничего, я тебя достану. Так. Ну, можно быть терапевтом, там крови нету. Сюда. Ну, не сильно кричал больной. Не сильно, ты хороший доктор. Я хороший, я лечу не больно. Это я. Давай. Смотри, тоже есть ушки больные, есть давление, я так понимаю, и отравление. Я буду, наверное... отравление тоже. Почему-то больше всего не дается отравление нам. Ну, сейчас попробуем. Я буду браться опять, наверное, за уши. Давай. Или губы. Все-таки мне взяться за часики. За часики. Ну, давай. Думаю. Давление. Давление, да. Чуть-чуть, молодец! О, Дарина, ну хитрый у тебя был. Вот да. Это да. Ну, спрашивать не будем, да, что делать, если высокое давление? Ой. Обратиться к врачу. Да, это логично. Давай, одно отравление. Нет, еще ушки больные. Даже может, знаю. Уже отравление оставь такое, всегда... попробуй ушки. Да, ну сразу. Наверное, больше всего наш больной отравился, потому что ну никак мы его вылечить не можем. Ты даже меня пугаешь. Лера, давай удачи. Я все-таки... Допей. Я тебя вылечу. Давай, ушки. Ушки будешь лечить. А я даже не тронулась, она уже... Ну ты же просто взяла так, давай, аккуратненько. Я, наверное, попробую ушки. Давай. Давай. Все, носик уже моргнул. Неправильно ты лечишь. Хороший. Давайте. Да, надеюсь. Отравление. Давай. Потому что тогда неправильно я его взяла. Прям добить. Да. Чего добить его? Пациент. Почти. Давай, Лиза. Ну, почти, ну, да. Все. Почти. Ты пациент невылечимый. Неизлечимый, да? Да. Дарина, приступайте, медсестра. Так, сейчас. Медсестра Дарья Дмитриевна. И я буду лечить тоже. Тоже отравление? Да.
Вот вам дался этот унитазик. Да, вот надо его прям топить уже. Дарина, поверни. Смотри, еще вот чуть-чуть-чуть, вот так, бочком. Давай-давай. Вот подбрось и зажимай. Молодец! Есть! Дарина достала унитаз! Ура! Я это добилась. А что надо делать, если отравление? Нужно спросить маму, что правильно сделать, и потом пойти в больницу. А самое главное, кушать здоровую питательную пищу. И не кушать всякие там хот-доги, чипсы и все остальное. Анечка, у тебя есть больные ушки. Я не думала, что это так сложно. Больной, надо слушаться врача. Ну что? К сожалению, урок закончился, и больной почти выздоровел. А остальные болезни, то есть отит среднего уха, мы ему вылечим в настоящей больнице. Так что, если вам понравилось, мы потом на свободном уроке как-нибудь еще повторим. Валентина Ивановна, а мы будем определять победителя? Точно, я забыла. Ну, давайте, считайте, кто у нас был лучший врач, кто победил какие болезни и вылечил нашего Сэмюэля. Валентина Ивановна, я вылечила 4 болезни. Ну, а я тоже 4. И у меня тоже 4. Ай, ну ты чего плачешь? Не расстраивайся, это всего лишь игра. Анечка, ну из-за такого расстраиваться не стоит. Ну а то, что ты хотела помочь больному, это, конечно, очень хорошо. Ну что, сдавайте фишки, урок окончен.